Иисусу Христу. Приветствую вас в прямом эфире, я Максим Максим. Сегодня мы будем говорить с вами на важную тему, тему о страданиях. Приветствую всех тех, кто у нас находится в общине Дом Веры. Верю, что вы получаете огромное благословение. Мы начали с вами изучение книги Иова. Говорим о страданиях, о переживаниях. Вы знаете, книга Иова была первой книгой, записанной из Библии. В Библии 66 книг. Вы знаете, книга Иова самая старая по написанию. Конечно же, книга Моисея, Бытие, говорит о более древних событиях. Но здесь, говоря о времени написания, книга Иова, она самая-самая, что ни на есть, древняя. То есть это ранняя книга. Второе, это была поэтическая книга. Книга, где было все в рифму, где была написана поэтическими слогами. Мы с вами начали изучение. Существует традиционное понятие. Вот Бог хочет, чтобы мы страдали. Хочет ли Бог, чтобы мы страдали? Интересная мысль. И многие ссылаются на книгу Иова как на подтверждение, что Бог хочет, чтобы мы страдали. И вчера мы с вами посмотрели, что в Иакове написано, что конец Иова от Господа. И мы увидели с вами в первом уроке, если вы не видели, зайдите на YouTube и проверьте первый урок по книге Иова. Там написано, что месяцы суетные даны мне были в удел. Другими словами, он страдал не весь путь, не все 200 лет, а он страдал каких-то несколько месяцев. Второе, когда мы говорим о конце Иова от Господа, какой был конец у Иова? Вы знаете, предположительно, что он прожил жизнь, ему было 40-50 лет, потому что у него родилось 10 детей, технически они уже ходили на вечеринки, на пирушки, значит, где-то ему было 50, может быть, 60 лет, примерно. Ну, я возьму помоложе, предположим, что ему было 50 лет. После страданий в Писании сказано, и прожил Иов 140 лет после страданий. Другими словами, у него была жизнь благословенная лет 50, 45, 50 лет, может быть, чуть больше. И после того, как страдания прошли, он еще прожил 140 лет. Когда он прожил 140 лет, итога получается, что он лет 200 жил. А сами страдания длились короткий срок. Многие думают, что вот смотрите, вся книга говорит о страданиях. Да, это просто короткий эпизод из жизни. Иов сам говорит, месяцы суетные даны мне в удел. И еще несколько подтверждений о том, что это не длилось годами. Да, он был атакован. Да, он потерял все. Да, он потерял здоровье. Да, он был разорен полностью. Но Писание говорит, что не начало Иова, не страдание Иова, но конец Иова от Господа. Это очень важно четко понимать. Давайте откроем это местописание, чтобы я не быть голословным. Откройте, пожалуйста, Иакова 5 глава 11 стих. Иакова 5, 11. Конец Иова от Господа. Иакова 5 глава 11 стих в Новом Завете. Вот мы ублажаем тех, которые терпели, и вы слышали о терпении Иова, и видели конец его от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Конец Иова от Господа. Кто-то попытался посчитать, сколько же это стоит, то, что у него было. А у него там было 1000 быков, пар быков, 2000 быков. У него было 1000 ослиц, там верблюдов было, по-моему, 14 тысяч. Давайте просто математически проверим. Иова, откройте книгу Иова, 42 глава, 16 стих. После страдания Иов получил в два раза больше. Иова 42 глава, давайте так, с 12 стиха. Книга Иова с 12 стиха, последняя глава, 42 с 12 стиха. «И благословил Бог последние дни Иова более, нежели первые, прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота». Я не знаю, сколько сейчас один баран стоит. Ну, предположительно, сколько может баран один? $100, да? Сколько 14 тысяч мелкого скота? Это получается, что у него было $1.4 миллиона. Вау! Только в баранах. Это неплохо, неплохой конец от Господа.
мелкого скота, 6 тысяч верблюдов. Я не знаю, сколько верблюд может стоить. Если кто-то знает, подскажите мне, сколько стоит один верблюд? Ну, может быть, $500, да? На... Если верблюд... Сколько здесь верблюдов? 6 тысяч верблюдов. Оу, это огромная сумма. Если верблюд стоит, ну, $500, это что, $3 миллиона, что ли, получается? Вау. Да это неплохо. Это очень даже неплохо. А, вот. Это очень много миллионов. 1000 пар валов. Сколько сегодня бык может стоить? Корова сколько стоит? У него было 1000 пар, это значит 2000 коров. 2000 коров. Это большое фермерское хозяйство. Другими словами, еще 1000 ослиц. Уже я не знаю, сколько стоит 1000 ослиц, но если все посчитать вместе, то где-то миллионов на 5-10, в зависимости от курса валюты обменных пунктов. О, Господи. Слава тебе. Конец Иова от Господа. Да, у Иова были страдания. Да, Иов переживал. Иов потерял все. Он потерял детей, он потерял семью, он потерял все, что имел. Но когда мы смотрим на Иова, мы понимаем, что жизнь Иова – это хороший пример ошибок, хороший пример того, что происходило с ним. Мы с вами вчера говорили, что у Иова были дети. И, знаете, так случается, у праведников иногда дети нечестивцы. И вот это и первая история, он боялся за них. Его сыновья ходили на вечеринки, на тусовки, любили устраивать всякие штучки. Иов приносил за них жертву, ибо боялся, вдруг они согрешат. И вот здесь в книге Иова, 3 глава, в конце написано, когда все с ним случилось, он говорит такие слова: «Ибо ужасное». 3 глава, 25 стих. «Ибо ужасное, чего я ужасался, и то и постигло меня, чего я боялся, то и пришло ко мне». Очень серьезное заявление. Страх – открытая дверь для всякого рода зла. Если вы боитесь, если вы страшитесь, если у вас есть страх, это открывает двери для того, чтобы пришло проклятие и зло в вашу дверь. Дьявол легко приходит к тем, у кого есть страх. Дьявол легко приходит к боящимся. Боязлив несовершен в любви. Царство сатаны, евреям 2 глава, написано, что оно зиждется на страхе. Оно основано на страхе. Если Царство Божие основано на вере, на доверии, то Царство сатаны основано на страхе, подозрении, неверии. Царство сатаны основано по принципу «бойся». Страшись, что-то будет плохое. Знаете, вера – это ожидание чего-то хорошего. Страх – это ожидание чего-то плохого. Что вы ждете? Хорошее или плохое? Что вы ждете от вашей жизни? Что вы ждете от окружающих? Что вы ждете? Если вы ждете, что Бог поможет, все получится, тогда все будет потрясающе. Давайте сейчас с вами пройдемся по главным тезисам. Когда Иов прошел свой путь, нужно рассказать в конце, он раскаялся. Это очень важная заметка, он раскаялся. Вся книга Иова – это книга из цитат или речей. То Иов говорит, то его друзья говорят, то Иов говорит, то его друзья говорят, то один друг, то второй, то третий. Некоторые из вас цитируют эти речи, такие, может быть, иногда даже красивые, такие пространные, а может быть то. Мы об этом будем говорить позже, но многие из вас цитируют их речи в своих проповедях, ссылаясь, что это в Библии написано. Но Бог сказал, что Он не любит речи трех человек из четырех друзей Иова. То есть был один друг, которого речи Богу понравились. Остальные три друга, они вообще неправильные вещи говорили. Об этом мы видим, где он сказал, 42 глава, 7 стих, написано, что Бог обращается
7 стихе 42 главы. «И было после того, как Господь сказал слова Иову, сказал Господь Елифазу финимитянину, одному из друзей. У Иова было 4 друга, трое из них, они левые. Говорит, гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили обо мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов, 7 овнов, пойдите к рабу моему Иову, принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо я его приму, дабы не отвергнуть вас, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли эти Елифаз, Вилдад и Сафнар. И сделали так, как Господь повелел. И Господь принял лицо Иова. Другими словами, когда вы читаете книгу Иова, надеюсь, что вы прочитали ее, вчера просил вас прочитать, вы понимаете, что эти речи людей, которые Господь говорит, вы неправильно говорите. Вот это очень важный момент. Вы неправильно рассуждаете. Ваши рассуждения косячные, левые. Вы неправильно вообще... неправильно обсуждаете. Теперь, когда мы говорим про Иова, сам Иов раскаялся в конце. И посмотрите, как он говорит. Иов говорит, 42 глава, 5 стих. 42 глава, 5 стих. Иов говорит такие слова. «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же глаза мои видят тебя». Поэтому, 6 стих, «Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и в пепле». 42 глава, 6 стих, «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». От чего он отрекается? Он отрекается от того, что он говорил. Иов отрекается от своих слов, от своих убеждений, от своих представлений. Вся проблема... Вы знаете, проблема сегодня у нас с книгой Иова в том, что многие из нас смотрят на Иова и думают, что его рассуждения были правильные. Что когда он рассуждал, то он говорил всегда правильно. Не всегда он говорил правильно, и у него были неправильные. Конечно же, он не проклял Бога. Конечно же, он любил Господа. Конечно же, но из-за того, что ты любишь Господа, это не значит, что у тебя всегда правильное рассуждение. Я знаю очень искренних христиан, которые любят Господа, но при этом они поклоняются идолам. Они поклоняются там телевизору или иконам, или статуям каким-то. Да, христианским статуям, но они поклоняются каким-то изображениям, о чем в Библии очень четко говорит. Но они искренне верующие люди. Поэтому сказать, что они нечестивцы и сатанисты, да ни в коем случае. Они любят Господа. Но у них произошел сдвиг в доктринах, в убеждениях, и они ошибались. Знаете, мой дедушка был искренним, рьяным иконопочитателем, идолопоклонником. И у него был до войны даже еще иконостас там дома, и они молились, там все очень четко. И вы знаете, когда дедушка узнал о Господе, открылся для него Господь, он все это собрал и сжег. Потому что он сказал, что идолам поклоняться – грех. Не поклоняйтесь идолам. Ну и надеюсь, что вы уже победили этот вопрос иконопочитания. Давайте теперь вернемся сюда. Итак, Иов сказал, я изменился. Я изменился, я по-новому смотрю на жизнь. Я по-другому смотрю на жизнь. Я каюсь в прахе и в пепле. Всю историю мы сейчас с вами посмотрим, как все закрутилось. Приходит сатана к Господу. Господь гордится Иовом. И он говорит, Иов, у меня классный парень. Дьявол говорит, серьезно? А если у него ничего не будет, будет ли он классным парнем? Будет ли он любить тебя? Будет ли он благословлять тебя? Вообще он скажет о тебе что-нибудь хорошее? Или проклянет тебя? Знаете, многие люди думают, что Бог это только штука для благословения. И тогда Господь говорит сатане, окей, смотрите, 9 стих 1 главы. Откройте, пожалуйста. 9 стих 1 главы. «И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязненный Иов?» Разве даром? «Не ты ли кругом оградил его, дом его и все, что у него? И дело рук его благословил, и стада его распространяются по земле».
ну простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя. Вообще, какое у него отношение к тебе будет? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей. Только на него не простирай руки. И отошел сатана от лица Господня. Дьявол взял... Вот сейчас очень важный момент. Это не Бог коснулся. Это не Бог забрал у Иова все. Дьявол пришел и атаковал жизнь Иова. Нужно четко расставлять понятия. Нельзя смешивать и говорить, да, ну, это Бог допустил и так далее. Да, но это не был Бог, это был дьявол. Идея была дьявола, действия были дьявола, и это была фактически его личная инициатива. И Господь сказал, простри руку твою. Не Бог простер руку. Сейчас послушайте внимательно. Это не Бог коснулся, это взял дьявол. И вот здесь очень важно понимать. Теперь, когда отошел сатана от лица Господня, и у Иова случилась беда. Дети погибают, он сам заболел. Вторая глава, 7 стих. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказой». 2.7. Знаете, когда дьяволу не хватило забрать у него имение, он решил забрать его здоровье. Смотрите, «и отошел сатана лица Господня», 2 глава, 7 стих, «и поразил Иова проказу лютую от подошвы ног по самой теме его». Сначала дьявол забирает его имение, детей, там погибают дети, все. И второе, у него погибает, он теряет здоровье, становится прокаженным. И вот посреди всего этого, я хочу сейчас, чтобы вы услышали. Посреди всего этого у него случается такой интересный диалог. Интересный диалог с женою. И когда жена ему говорит, ты все еще тверд в твоем непорочном уме, 9 стих 2 главы. Ты все еще тверд в своем непорочном уме, непорочности. Похули Бога и умри. Бог использует, дьявол пытается через жену подсказать Иову, что ему делать. Что ему делать? Вы знаете, когда и у Иова происходит катастрофы, ему приходит подсказчик, что нужно сделать. Прокляни. Весь разговор, проклянет ли Иов Бога или нет. Будет ли Иов проклинать Бога? Откройте в конце последнюю главу, Иова 42 глава. Знаете, мы сейчас между концом и началом путешествуем, Иова 42 глава. Посмотрите здесь, что написано. Иов говорит, я слышал о тебе, 5 стих, 5-6 стих. Я слышал о тебе слухом уха. Я слышал о тебе, Господь. Теперь же глаза мои видят тебя, потому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе. Я увидел. Иов изменился. Иов стал другим. Иов подошел к Богу и увидел его совершенно, и он изменился. И вот здесь вопрос, а в чем, собственно говоря, что случилось с ним? Знаете, когда что-то происходит с человеком, очень часто люди, когда с ними что-то происходит, они говорят Богу, за что ты мне это сделал? Почему ты мне это сделал? Господи, ты мне это сделал. Давайте еще раз. Кто пришел и атаковал дьявола? Кто его здоровье забрал? Кто забрал его имение, детей? Дьявол. Почему даже Иов... Откройте Иова 7 глава. Иова 7 глава. 7 глава, и я буду читать...
до 20 стиха, где Иов претензию к Богу имеет. Потом он покается за эту претензию. В конце мы видим, что он кается. Но он говорит, если я согрешил, 20 стих, 7 глава, 20 стих, что, если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Он к Богу обращается. Зачем ты поставил меня противником себе? Что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха, не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, и завтра поищешь меня, и меня нету. Первое. Он сконцентрирован на себе. И он представляет Бога, будто бы ты меня будешь искать, а меня нету, я умру. Все, я умру, что ты будешь делать тогда? Я помню, как дети иногда, когда взрослеют, они говорят, вот если я умру, что тогда будешь делать? Что ты будешь делать, если я помру? Все. Ой, радость-то какая. Вы знаете, вот это заявление Иова, будто Бог не видит, слепой, там искать будет. И нету, не найдешь ты меня, все, я умру, и все. Когда мы смотрим на жизнь Иова, он часто, обращаясь к Богу, говорит, что Бог мне сделал, Бог меня наказал, Бог меня привел к этому состоянию. И он постоянно говорит, опротивила мне жизнь, и то, и другое, и третье. Мы обнаруживаем, что он не понимает фундаментальной истины. Его жизнь была атакована дьяволом. Его здоровье было атаковано дьяволом. Его семья, его все, что у него есть, было не Богом. Бог не забирал, Бог не брал. И у Иова были ошибки в представлении. Да, он относился и не проклял имя Господа. Сейчас очень важный момент. Он не проклял имя Господа. Но он ошибался о Боге. Итак, я сегодня хочу поговорить о двух ошибках Иова. Откройте, пожалуйста, первую главу. Здесь написано. Вторую главу. Нет, первую главу. Давайте откроем первую главу. И вот здесь первая ошибка Иова. Когда он потерял имение. Иова 1:21. Он делает такое заявление. Нак я вышел из чрева матери моей, нак и возвращусь. Здесь все правильно. Но дальше. Господь дал, Господь взял. Да будет имя Господне благословлено. Посмотрите. Нак я вышел, нак я вернусь. Правильное заявление. Да будет благословлено имя Господне. Правильное заявление. Он не проклял. Он не проклял Бога. Дьявол хотел, чтобы тот проклял Бога, а Иов не проклял Бога. То есть Иов сказал благословение. Но! Я думаю, что он огорчил Господа. И у Господа было огорчение. Какого рода огорчение? Когда он делает заявление, Бог дал, Бог взял. Это ошибка. Многие люди цитируют это, Бог дал, Бог взял. Бог не брал его имение. Мы же читали с вами, что это дьявол простер руку. Бог не забрал ничего. Это ошибка Иова. Бог дал, Бог взял. Иов утвердился, это была его первая ошибка, когда он делает заявление, Бог дал, Бог взял. Все. На самом деле, мы понимаем, Бог не имеет отношения к этому. Иакова 1:17. Откройте, пожалуйста, послание Иакова в Новом Завете 1:17. «Всякое даяние доброе и дар совершенный нисходит от Отца Светов, у которого нет изменений, ни тени, ни перемены. Бог не меняет. Всякое даяние доброе. Если Бог дал, Бог не забирает. Послушайте, если Бог дал, Он не забирает. Если Бог дал нам Сына, Он не забирает». Если Бог дал нам благодать, Он не забирает. Любое даяние, Бог, у Бога нет изменений. Бог очень любил Иова, и Бог был уверен в Иове. Но Иов не был уверен в Боге. Бог любит Иова, он гордится Иовом. Когда он говорит, даже дьявол говорит, посмотри, Иов, какой потрясающий человек. Но сам
Иов, он думает, что Бог может дать и забрать. В конце он говорит: я раскаиваюсь, я каюсь, что я наговорил, какую чушь я наговорил. Но поначалу очень духовно звучит: Господь дал, Господь взял. Многие пасторы это используют вместо Писания. И, конечно же, он не проклял здесь Господа. Весь сыр-бор был, а проклянет ли он имя Господа? Проклянет ли Бога? Иов не проклял Бога. Иов не проклял. В этом он не согрешил. Но его заявление, оно неправильно представляет Бога. Но, знаете, неправильно представляет Бога. Делает Бога жестоким злодеем. Делает Бога жестоким. Это не Бог забрал у Иова. Очень четко. Когда к нам приходят проблемы, трудности, что-то мы теряем, не нужно на Бога нацеливать свой фокус и говорить: это Бог у меня забрал. Бог не забрал. Это не Бог. Это дьявол. Это была первая ошибка Иова. Вы хотите, чтобы мы поговорили о второй ошибке Иова? Вы знаете, вторая ошибка Иова, она написана во второй главе, 10 стихе. Когда жена ему говорит: похули Бога, дьявол наполняет уста жены, и жена, используемая дьяволом, вообще даже апостолы бывают использованы дьяволом. Помните, когда апостол Петр подошел к Иисусу и стал ему говорить, Иисус говорит: отойди от меня, сатана. Жена сказала, 9 стих, 2 глава, 9 стих. Жена сказала Иову: ты все еще тверд в своей непорочности. Похули Бога и умри. Такие, знаешь, ободрения жены. Просто обматери Бога и умирай. Но он сказал ей. Посмотрите, Иов говорит жене: ты говоришь, как одна из безумных. Ты рассуждаешь, как безумная, как сумасшедшая. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом он не согрешил Иов устами, не проклял Бога. Сейчас послушайте. Неужели мы будем принимать только доброе, а злого не будем принимать? Вообще интересное заявление. Разве от Бога исходит зло? Конечно же, нет. Всякое даяние, добрый дар совершенно исходит от Бога. Весь мир лежит во зле под управлением дьявола. От Бога зло не исходит. От Бога не исходит никакого зла. И когда мы говорим о зле, у Бога нет зла. Бог не имеет внутри себя зла. Зло – это проклятие. Бог имеет добро. И вот это была его вторая ошибка. Вторая ошибка, которую Иов допустил. Он подумал, что от Бога могут исходить зло. Многие из вас, где-то внутри, на подсознательном уровне, из-за религиозного прошлого, вы думаете, что, наверное, Бог может дать мне зло. Наверное, я должен научиться принимать что-то плохое от Господа. Наверное, мне нужно... что-то сделать. Вы знаете, когда мы говорим о друзьях Иова, друзья Иова, они точно так же имели глупые представления. И мы говорили с вами, что Бог сказал, чтобы помолиться, чтобы Иов помолился за них. Когда мы говорим о друзьях Иова, они тоже делают заявления, очень много заявлений. Один Елиафас любит говорить: Бог наказывает тебя. Елиафас все время говорил ему: Бог наказывает тебя, это тебе наказание. У тебя ты будешь наказан. Второй Вилдат, знаете, чему он учил? И если его сжать все, он говорит: Бог хочет научить тебя через это. Это тоже ложь. Это тоже ложь. Бог хочет научить тебя через это. Это такая гнусная ложь. Многие из нас поддаются вилдадовской, послушайте, многие из нас поддаются вилдадовской лжи. Вилдад — это один из друзей Иова. Он хочет научить тебя. Нет, Бог не хочет учить тебя через ошибки, через проблемы. Сафар говорил такие вещи.
у Бога высокий смысл, который невозможно нам, земным людям, понять. Вы знаете, через все свое путешествие Иов, через все свои страдания, он начинает видеть Иисуса Христа. Посмотрите, Иова 9 глава, я буду заканчивать наш эфир. Иова 9 глава. Вдруг Иов говорит такие слова. Иова 9 глава, 33 стих. Знаете, вот это потрясающее заявление, он говорит об Иисусе Христе. В самом начале Библии он вдруг начинает говорить об Иисусе Христе. 9.33. «Ибо нет между нами посредника, который положил бы руку свою на нас обоих». Сейчас послушайте. Посредник, включите эту камеру, пожалуйста. «Положил бы на нас руку обоих». Вам ничего это не напоминает? Не напоминает, что это и есть крест Иисуса Христа? Посредник, который положил бы на нас руку обоих. Это распятие, это смерть Иисуса Христа, это жертва. «Ибо нету между нами посредника». Это первое заявление Иова. Второе. «Ибо вот Иова 16 глава, 19 стих». Иова, дальше у него откровение происходит. 16 глава, 19 стих. «Ибо ныне вот на небе свидетель мой и заступник мой вышних». Он вдруг начинает видеть, что на небе есть заступник. Кто-то на небе меня понимает. Это он говорит об Иисусе. Дальше Иова 19 глава. Перелистните еще. Иова 19 глава. Он делает заявление, 25 стих. «А я знаю, Искупитель мой жив. Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою. Я во плоти своей, в теле узрю. Я узрю его сам, ибо мои глаза, не глаза другого, увидят его, и стаивает сердце мое в груди моей». Он говорит уже, Искупитель мой жив, посредник мой жив. Он говорит, я увижу во плоти, я увижу в теле. Сегодня в нашем теле мы можем видеть Иисуса Христа. Драгоценные, у Иова был длинный путь, он ошибался, но он увидел и сказал, я знаю, Искупитель мой жив. Я молюсь за вас и благословляю каждого из вас. Господь, благослови всех людей, кто проходит через страдания, укрепи их, пускай у них произойдет откровение, что это не от тебя страдание, не от тебя зло приходит. И не нужно говорить, что Бог дал, Бог взял, но ты, Господь, даешь и не забираешь. Ты Искупитель, ты живой, и ты между нами. Я прошу, благослови каждого человека, кто смотрит прямой эфир. Благослови, Господь, каждое сердце, наполни откровениями. Держи в своих руках. Защити, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Я вас благословляю именем Иисуса Христа. Драгоценные, а я знаю, Искупитель мой жив. На этих словах я хочу закончить мой эфир. У меня остается последние несколько секунд. Я благословляю вас, ценю, дорожу вами. Я знаю, что только в Господе мы найдем все ответы. Иов ошибался о Боге. Мы тоже часто думаем, что Бог вот такой, такой, но мы ошибаемся в представлениях о Боге. Бог не посылает нам зло. Бог не посылает нам проклятие. Господь посылает Искупителя Иисуса Христа в нашу жизнь. Спасибо вам за партнерство, за участие, за поддержку. Спасибо за то, что вы поддерживаете служение телеканала Синул, мое служение. Участвуйте в благовестии, в распространении Божьего Царства. Я хочу, чтобы эти передачи шли по всему миру, чтобы достигали людей светом любви, чтобы у них было откровение. Хранит вас Господь. Каждый день встречаемся, кроме субботы и понедельника. Хранит вас Господь. Жду вас в эфире.